Всем привет! Сегодня мы с вами на рыболовной базе Сары и будем ловить голавля на отвар удачи. Заходим на локацию Дибловский омут, достаем. Не нужно нам это. Не то мы достаем. Вот, локфиши достаем, 3 штучки. Питаемся чем-нибудь. Голавль ловится очень хорошо. Под утро. Ночью тоже неплохо. Но днем очень плохо клюет. Под вечер сейчас не знаю, как будет. Ну, в принципе, тоже должен быть хороший клев. Ловится он в нахлыст. Вот пошел. То есть глубина у нас 1 сантиметр. Все, пошел головой. На 2 бочки вы точно наловите за сутки. На 3 не знаю, сможете или нет. Насколько вы рукастые. Но, скорее всего, должны. В принципе, все. Вот здесь вот вы без проблем наловите себе и много кусков. Если знаете, как вытаскивать куски. Вот видели? На куски. То есть загиб небольшой, но все равно при натяжке буквы G у нас рыбка застряла и не идет. Значит, там что-то под 500 грамм. А значит, мы сможем это пустить на куски. Все, ребята. Всем пока. Пишите комментарии, ловили ли вы когда-нибудь голавля в жизни, потому что лично я эту рыбу никогда даже не видел. Я даже не знал ее существования, пока в игру не поиграл. Напишите, что вы знаете об этой рыбе. Все, ребят, пока, всем удачи.